Привет всем, дорогие подписчики! Мы с вами сегодня читаем сказку «Играющие собаки». Мы начинаем читать. Володя стоял у окна и смотрел на улицу, где грелась на солнышке большая собака. Полкан. К полкану подбежала маленький мопс и стала на его кидаться и лаять. Схватил его зубами за огромные лапы, за морду. И казалось очень надоедал большой и угрюмой собаке. Погоди-ка, вот она себя закусает, сказал Володя. Проучит она тебя. Но мопс не переставал играть, а полкан смотрел на него очень благосклонно. Видишь ли, сказала Володе, отец полкан добрее тебя. Когда с тобою начнут играть твои маленькие братья и сестры, то непременно дело кончится тем, что ты их приколотишь. Полкан знает, что большому и сильному стыдно обижать маленьких и слабых. Вот и сказочки конец. А кто слушал, молодец. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал и нажимайте колокольчик. Всем пока!